Что? Заламывай. Заломали. То ли кто-то на кнопку нажал, то ли... И... Я пришел вот сюда в банкомат, ремонт положительного питания, и зашел вот сюда в аптеку. На камеру снять товар и цену. Для себя хотел ознакомиться, просто оформления никогда не было. А они запрещали мне снимать аптеку, потом они вызвали охрану один раз. И вот они второй раз накинулись, говорят, мы задержим вас по тому поводу, что на вас будет сейчас писать заявление. Я пытался уйти, они на меня набросились. Заявление будет писать женщина с малолетним ребенком, которого он также снимал. Без разрешения. Начал конфликт с посетителями. От данного человека исходит алкогольное, то есть запах алкоголя, да. Исходит. Его изначально попросили подождать участкового, он убежал, а потом пришел опять.